Зараз за вікном осінь, що, на жаль, якби нам не хотілося, але вже сонечко відступає, холоди наступають. І в цей момент ми намагаємося зрозуміти, як все ж таки зробити так, щоб нам було комфортно. Так? Ми вже знаємо, як вдягнути теплі речі, що краще обрати, але от як вберегти нашу шкіру в цей період, на жаль, не всі знають. І для цього ми якби сьогодні тут всі і зібралися, і для цього сьогодні будемо говорити з нашою ранковою гостею Марією Притилюк, косметологом на цю тему. Доброго ранку. Доброе утро. Дякую вам, що ви завітали. І у мене, як у дівчини, одразу до вас запитання. От чим відрізняється взагалі цей осінній період догляду за обличчям від літнього? Невже от це треба окремі баночки для того і окремі баночки для того? На самом-то деле, если говорить по правде, то отдельных баночек нам не нужно. Фух. Да. Просто мы должны чуть-чуть добавить к тому, что уже есть. Класс. Да. То есть обрадовало, но ненадолго. Смотрите, в чем заключается основной уход в осенний период? Первое, что мы должны с вами понять, это то, что у нас кожа очень подвержена шелушениям, сухости. В первую очередь, потому что мы уже включаем кондиционер не на холод, а на тепло. Mm-hmm. Да, далее у нас уже пойдет отопительный сезон. И все это очень сильно сушит воздух. Uh-huh. В процессе того, когда идет подсушивание воздуха, у нас кожа реагирует моментально. Поэтому нам очень важно ей давать такую дополнительную поддержку в виде масок, разных увлажняющих кремов. И на самом деле осень, зима – это такой период, когда наше лицо вот, в идеальном виде похоже на пирог из разных кремов, масок, увлажняющих эмульсий, uh-huh. сывороток, потому что наша кожа она впитывает все моментально. То есть вы даже можете сравнить, вы один и тот же продукт можете использовать летом и осенью, зимой, и вы увидите, как зимой он просто у вас впитался мгновенно, mm-hmm. да, и хочется добавить еще и еще. А ось момент саме того, що ви кажете, маски і крем, от, наприклад, з чим мають бути маски, на основі чого? І чи, наприклад, однакові для всіх типів шкіри, чи треба тут вже унікально, індивідуально підбирати? Конечно же, обязательно нужно подбирать индивидуально под тип кожи, потому что все мы разные, да, абсолютно вот что ни возьми, везде все разные. Ну так. Да, и очень важный момент – это кожа, в принципе, склонна к сухости, к шелушениям, или же кожа склонна больше к жирности, потому что продукт может быть замечательный для меня, угу. да, для другого человека он просто не подходит и вызывает у него там чрезмерную жирность кожи. Что является в повседневной жизни, ну, крайне дискомфортным. Что очень важно в маске? Маска не должна пересушивать кожу. Угу. Также хочу сразу обратить внимание, все очень любят на сегодняшний день вот эти трендовые маски, да. Тканевые, гидрогелевые. Это очень классная штука, но все забывают о том, что на каждой маске написано, сколько нужно ее держать. Ага. Я сталкиваюсь с этим ежедневно, когда ко мне приходят и говорят, что я использовала маску, но посмотрите, у меня лицо в ужасном состоянии, почему они там не работают? В первую очередь потому, что если на маске написано держать 15-20 минут, не 30, mm-hmm. не 40, не час. Тобто навпаки может быть реакция, правильно? Да, так и происходит. Получается, тканевые маски и гидрогелевые маски, вот эти одноразовые, они дают очень классный эффект, но только во время 15-20 минут. Что угу. происходит далее? Далее маска, когда уже все свои полезные, скажем так, качества отдала вашей коже, через 20 минут она начинает их забирать обратно. Ага. И, соответственно, кожа у меня вместо того, чтобы наполниться, сиять, быть увлажненной и красивой, она, наоборот, становится более тусклой, потому что она высыхает. Угу. А ось дивіться, момент з масками зрозуміли, а якщо крем, кажуть, все одно, ну, деякі кажуть залишати денний і нічний, хтось каже, що потрібен просто весь час зволожуючий замість тепер цих. Тут якісь можуть бути поради більш-менш унікальні для всіх? Або на які креми краще звернути увагу? Звісно. Що дуже важливо? Важливо, щоб був окремий крем для скажем так, утренней процедуры, ага. да, которые мы наносим с утра, и отдельный крем, который мы наносим перед сном. Объясню, в чем разница. Стандартно в кремах, которые дневные, в них присутствует SPF-фактор, угу. да, то есть защита от ультрафиолетовых лучей. Именно этот SPF-фактор, он препятствует возобновлению естественному нашей кожи. То есть ночью нам защита SPF не нужна. Угу. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы ночью наша кожа обновлялась, вырабатывался естественным образом коллаген, и на утро мы просыпались красивые, да, отдохнувшие, такие все замечательные. Угу. То есть если мы будем использовать на регулярной основе крем с SPF-фактором и днем, и ночью, наша кожа не успевает отдыхать. Она все время находится под защитой, она закрыта.
Наша задача – давать ей отдых. Поэтому утром обязательно мы должны защищать, неважно, кстати говоря, осень, зима, лето, яркие солнечные лучи Силы. Или нет. Да, SPF-фактор должен обязательно присутствовать, потому что наша кожа подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей ежедневно в течение круглого года. Mm-hmm. То есть зимой точно так же, даже если у нас пасмурная погода, это не означает, что на кожу не попадает ультрафиолет. Ну так, я б теж так подумала, що якщо сонечка немає, то чого його то мастити? Так. А тепер зрозуміло. А ось дивіться, що такий момент про те, що ми говоримо, звісно, про дівчат, але не будемо минати чоловічу аудиторію, Конечно. Наших глядачів. Ми в кожному ефірі затрагиваємо чоловічу аудиторію. Ми намагаємося вас не ображати, так? Навіть якщо тут зібралися одні дівчата. Все нормально у нас. І от саме момент того, як, наприклад, чоловікам можна підтримувати свою шкіру, тим більше у них ось у більшості є щетина. І як в цей момент все ж таки зробити так, і щоб шкіру не травмувати, щоб вона така була упруга і гарна, ну, не гірше, чим у дівчат. Звісно. Очень глубокое заблуждение – это то, что мужчина красивый сам по себе, ему абсолютно ничего не нужно. Ага. Да, ничего, вообще никаких дополнительных средств ему не нужно, у него и так все будет хорошо. Я согласна с тем, что мужчинам жить проще, да, проснулись уже красивые, но для того, чтобы самому себе помочь, также можно прибегнуть к таким продуктам, как хотя бы ежедневный дневной крем. Mm-hmm. Да, увлажняющий. Обязательно он должен быть увлажняющий, потому что очень у многих мужчин, я обращаю внимание, у меня очень много клиентов мужчин, я обращаю внимание на то, что у них склонность к атопичному дерматиту. Что это такое? Это активные шелушения в области возле носа, mm-hmm. да, и отдельный вообще момент – это наша зона бороды, будем так говорить. Потому что там, если посмотреть, на самом деле очень часто много шелушений. Сухая кожа, естественно, даже если человек пользуется кремом, почему-то эту зону он всегда обходит, считает, mm-hmm. что на зону там щетины бороды да, не нужно наносить, но кожа там нуждается в увлажнении точно так же, как и там Т-зона, например, условно mm-hmm. говоря. Поэтому обязательно нужно использовать увлажняющие крема, особенно вот в отопительный сезон, потому что кожа реагирует моментально. Также есть, ну как бы тут уже нужно смотреть больше с точки зрения косметологии, потому что в зависимости от типа кожи, есть тип кожи, который не воспринимает только увлажняющую, ну mm-hmm. будем так говорить, базу. Да, ему нужно будет уже использовать крема, которые препятствуют развитию атопичного дерматита, то есть более направлены на более глубокие слои кожи. А ось момент відшелушування. Ви сказали про чоловіків, але зараз, ну, наприклад, там я особи помічали там у дівчат, що у нас це теж зона носика, вона буває якось так шелушиться. І хтось каже, що треба робити скраб, тому що така тебе цього проблема. А хтось каже, що скраби не можна робити. От в осінній період і взагалі чи можна їх робити? В принципе, мое отношение к скрабированию кожи не очень положительное, потому что скрабирование тоже можно выполнять разными текстурами. Есть более грубые частички mm-hmm. в составе, есть более мелкие. Если мы уже говорим про скраб, то лучше выбирать более мелкие частички в данном продукте, потому что они отшелушивать будут более мягко mm-hmm. и тщательно. Если мы говорим про скрабы с крупными частичками, то это больше похоже на то, что вы взяли просто песок, mm-hmm. да, и вот можете даже просто потереть по руке. Я некоторые скрабы беру на тест, наношу их на руку, и мне некомфортно на руке, а мы говорим с вами про кожу лица, да, которая более чувствительная, более нежная, более такая восприимчивая ко внешней среде. Поэтому я бы даже здесь рекомендовала не столько скрабирование, сколько легкие пилинги. То есть пилинг – это процедура, которая помогает нашей коже обновиться. Угу. Да? То есть у нас естественным образом каждый день сходит определенное количество шелушений с нашей кожи. Это является нормой. Она обновляется ежедневно. Но если мы используем скраб, там, где мы сильнее потерли, угу. там у нас и отшелушилась, то есть кожа остается голой. Если мы используем пилинг, во-первых, это все происходит более равномерно, и опять же, в зависимости от того, насколько агрессивный мы выбираем продукт, потому что, конечно же, есть пилинги с ретинолом, да, там, где у нас отшелушивается все лицо просто пластами, это очень агрессивный пилинг, он подходит у нас только на зимний период, когда у нас минимум солнечных лучей, и опять же, очень активное должно быть после этого использование SPF-защиты.
А ось момент того, що, знаєте, коли зараз все ж таки відбувається догляд за обличчям, дуже багато допускають помилок. Ну, наприклад, там, крем намастити перед самим виходом, так? Yeah. Або, ну, от, не вживати, наприклад, потрібну кількість води. Які, наприклад, розповсюджені помилки допускають люди, да, в догляді восени? І, наприклад, чого краще робити, що краще уникати, на вашу думку? Самая главная ошибка, то, о чем мы уже говорили, это не использовать SPF-защиту в зимний или осенний период, да, потому что видишь, что солнца нет, все, мне, эта баночка мне не понадобится в ближайшие полгода, да, а потом появляется достаточно активная пигментация, потому что солнечный свет никто не отменял, да, защиты нет, в результате получаем то, что уже невозможно обратить обратно. В чем проблема? Пигментация, если появляется, какие бы мы ни делали лазерные шлифовки, осветляющие пилинги и все прочие процедуры, которые влияют на избавление от пигментации, это все временный результат. Поэтому лучше всего, сразу так, лучше всего это предотвратить, да, не лечить последствия, а предотвратить изначально. Поэтому обязательно SPF, защита. Я могу об этом повторять весь эфир. Да, для того, чтобы максимально у нас эта информация отложилась, что SPF, защита нам нужна всегда, каждый день. Так, это, пожалуй, первое. Второе. Пренебрегают очень часто увлажнением перед сном. Ага. Да. Я замечаю, что при общении с клиентами я спрашиваю, например, там, хорошо очищаете кожу? Ну, а я вижу, что на коже достаточно большое количество высыпаний. Да, и начинаются расспросы. Как очищаете? Чем умываетесь? Чем увлажняете? Все прочие моменты. Да, я хорошо очищаю кожу после там, того, как смываю косметику, там, по два, по три раза разными текстурами, но что происходит дальше? Ничего. Да, мы умылись, еще желательно, если после косметики мы умываемся 2-3 раза, для того, чтобы у нас не осталось следов уже тонального средства. Что происходит? Любые очищающие средства – это щелочные продукты. Щелочь, она будет сушить. Мы подсушили лицо, и в таком виде… Все, я спать. Ну, а никуда же ты не треба, правильно? Конечно. А на утро мы просыпаемся, у нас шелушение. И все так, откуда? Да, то есть, потому что нам не хватает увлажнения. Мы кожу высушили, дальше у нас обязательно должен идти тоник, для того, чтобы у нас восстановился наш баланс pH. Да, то есть мы кожу высушили, подняли pH, и дальше мне нужно его опустить с помощью кислотных средств. Это в основном тоники. Це самая простая і унікальна річ, которая есть. Тобто, якщо ми потім будемо говорити про те, що обов'язково має бути, ось ці два пункти вже обов'язково мають бути у кожної дівчини. Да. Да, так. Я бы очень рекомендовала. Тоник – это очень простая в использовании вещь, потому что это просто спрей. Да, или бутылочка, вы наливаете на диск. Если он в спрее, я люблю даже просто напшикать на чистое лицо. Ага. Все. Да, то есть минимум вообще затрат, да, затрат времени, затрат каких-либо усилий на то, чтобы поухаживать за своей кожей. И после того, как мы нанесли тоник, мы наносим с вами крем. Утро. Утренний, да, дневной крем, вечер, вечерний крем. И очень важный момент – это уход за кожей вокруг глаз. Ой, за цим мама теж хотіла уточнити, тому що підсушується сильно, вже по собі помічаю, да, саме в осінній період. Да, то есть, естественно, дождаться того, чтобы у нас на коже век появились шелушения, это нужно прям очень долго стараться, да, то есть не нужно этого ждать, но мы начинаем видеть, что кожа под глазами может становиться более тонкой, тусклой и менее упругой. От этого у нас начинают активно проявляться уже какие-то заломчики, морщины и все прочие моменты. Для того, чтобы это предотвратить, у нас должен быть отдельный крем для зоны вокруг глаз. Работать с этим кремом тоже вообще сплошное удовольствие. Вам нужна его там маленькая капелька, нанесли на два пальца, и вот такими движениями просто мы его распределяем. А, навіть да, не тільки знизу, а ще й отак. Да. О, для чего мы это делаем? Для того, чтобы в момент, когда мы прорабатываем, и очень важно, не в эту сторону. Ага, так, секундочку. А во внутреннюю сторону. С внутренней и до горы. Да, и вот таким вот образом, просто как будто такие кружочки рисуем, что мы делаем в этот момент? Мы просто помогаем лимфе, чтобы она не застаивалась. Это касается всех, кто просыпается с отечностью, всех, кто просыпается и говорит, ой, я проснулась утром такая там припухшая, отечная, там, мне не нравится, как я выгляжу утром. Помогите себе чуть-чуть. Да? Это очень легко, это занимает буквально там полторы минуты утром, полторы минуты вечером, все, у вас не будет никакой отечности. Я ось тепер вже помітила свою першу помилку, я робила максимум, типу, ну, знаєте, ось так, і все, думаю, і хватить, а воно виявляється...
коло малювати треба. Ну. А ось з плані з водою, можливо, з харчуванням, ви ще теж підкажете як косметолог, на що зараз слід зробити акцент, щоб якось і внутрішньо допомогти шкірі? В першу чергу, ви все правильно сказали по поводу води. Очень часто сталкиваемся с тем, что у меня вот такой список, да, что я использую из кремов, из ухода для лица, но при этом пьете воду? Нет, я люблю кофе. А-а-а. Да? А кофе угу. на что делает? Он сушит. Слушай. Он еще сильнее забирает воду. То есть мы и так воду не пьем, мы еще сильнее сушим организм, и потом говорим, что крем не работает. А увлажняющий крем, он работает на что? На удержание влаги в коже. Угу. То есть он не может мне добавить еще влаги. То есть она должна у меня уже быть. Посредством чего? Посредством просто того, что я буду пить, ну, хотя бы 1,5 литра в день. Да, угу. 1,5 литра на самом деле это очень мало. То есть если там разбить порционно, то мы получаем там утром 1 стакан, там через пару часов захотелось пить еще 1 стакан, и так там 5-6 стаканов, все, вы уже свою норму выпили. На самом деле это очень просто, и вы этого даже не заметите, но это нужно формировать в привычку. Угу. Потому что часто сталкиваюсь, то кофе пьют, то чай пьют. Чай вообще штука классная, приятная, но удерживает влагу. То ага. есть очень любят напиться чая перед сном, да. а утром проснуться и говорить, ой, я не знаю, моя кожа реагирует странно, я какая-то отечная. Да, зараз просто, як знаєте, прочитали всі мої думки. Подсмотрела за вами. Так. Чай здорово, класно, замечательный вкусный напиток, но точно не перед сном. Угу. Потому что влага задерживается, она просто не имеет выхода из нашего организма. Поэтому водичка, ага. не сладкая. Ага. Не сладкая водичка. Опять же, газированная вода тоже это не помощник нашей кожи, угу. потому что довольно часто, в принципе, ну, ни для кого не секрет, что в нашем организме вообще все связано. Да, то, что мы едим, то, что мы пьем, оно все сразу же отражается на нашей коже. Если у нас, например, желудком не усваиваются газированные продукты, то что мы получаем? Высыпание на коже. Угу. Угу. Поэтому самый безопасный вариант – это очищенная негазированная вода. Так, а якщо стосовно харчування, ну там для вітамінів ми знаємо, що підтримувати свій організм, це потрібно вітамін С, вітамін Д вживати. А що саме для шкіри, наприклад? Що у нас полезно для кожи? В першу чергу, як ми вже раніше говорили, що від нашого там желудка залежить все, що ми бачимо на нашому лице. Угу. А що допомагає нашому желудку? Максимальное количество зелени. То есть mm-hmm. очень часто пренебрегают тем, вот где бы я ни ела, да, в какое бы заведение ни пришла, вы заказываете какое-то блюдо, и вам приносят, например, там огромный стейк, и рядом 2 маленьких листика там рукколы. Mm-hmm. Да? А, по факту этого вообще не хватает, потому что мясо – это тяжелая пища для нашего организма, ее очень сложно переваривать, и наша зелень, она должна помочь. То есть в среднем у нас должно быть хотя бы там 100 грамм этой зелени на стейк. Это угу. самый-самый минимум. Вообще в идеале говорят там запредельные цифры, сколько мы должны есть листиков в день. Но понятно, что это очень сложно, да, себя приучить к этому. А нашему организму нужно помогать это все переваривать, перерабатывать. Потому что когда мы кушаем тяжелую пищу, да, или возьмем сладкое, возьмем углеводы, опять же, это сложно для нашего организма. Вы часто замечали, что мы можем покушать пасту и захотеть спать. Да, угу, угу. И такие бывают. Вот, потому что наш организм устает. Для него это тяжелая еда, мы ее съели, он устал, у него нет сил, а вам еще нужно дать силы, чтобы вы работали или там общались активно. Поэтому очень важно себе помогать с помощью овощей, фруктов. То есть замените какие-то булочки, сладости, тортики, замените персиком, замените какими-то ягодами. Это же тоже вкусно. Не хочется. Ну, конечно. Булочки ж вкуснее. Так, а ось дивіться, момент, якщо ми говоримо про овочі, фрукти, зараз сезонні є, та? Там бурячок, гарбузик. Да. Наприклад, що все ж таки буде краще впливати на шкіру з сезонних овочів та фруктів? Здесь такой очень опасный момент, потому что не забываем о том, что есть индивидуальная непереносимость у каждого человека. То, что, например, для меня отлично усваивается тыква, да, для другого человека это очень сильная аллергическая реакция. Поэтому здесь в первую очередь нужно исходить именно от своих параметров, от своих данных, от того, насколько мы хорошо знаем себя.
Аллергические реакции, они просто настолько опасны на сегодняшний день. Существует очень большое количество разных тестов, да, на то, чтобы узнать, какая у вас есть, там, например, индивидуальная непереносимость определенных продуктов. И я иногда просто в шоке от того, как мне отправляют этот список, а там, не знаю, из 300 продуктов нельзя 200. И человек так жил, и он вообще этого не знал. Mm-hmm. Да, поэтому тут такой осторожный момент, поэтому я не могу сказать, что я там рекомендую для всех употребление, допустим, там, я не знаю, даже банально помидор. Угу. Да, потому что у одного человека все замечательно, он себя чувствует шикарно, другой просто погибает от этого. А ще, знаєте, я чула про такий крем, який коли наносиш, тобто саме перед виходом, угу, що він наче таку як плівочку створює, уникаючи обвітрення. Зараз дуже сильні вітри. Угу. А що ви скажете про цей крем? Чи він позитивно впливає на шкіру чи ні? Звісно, да, все, що є захистом для нашої кожи, я можу, угу, це советувати, но опять же, ми повинні з вами пам'ятати про те, що якщо ми таку захисну плёнку нанесли, її обов'язково потрібно змити. Mm-hmm. Да, то есть мы не можем ее нанести, забыть, а, ну, у меня же косметики нет, можно не умываться, ни в коем случае. То есть если мы наносим какую-либо защиту, мы должны потом ее убрать, да, и нанести следующий этап. То же самое касается и средств с SPF, потому что, особенно там, вернемся чуть-чуть раньше, в летний период, да, можем нанести SPF-защиту и думать, что, а, я защищен весь день. Нет, это неправда. То есть в среднем это 8 часов. Mm-hmm. То есть через 8 часов вам нужно нанести заново. Да, то есть мы не можем один раз и на всю жизнь что-то сделать и забыть. И, знаете, на завершение все ж таки хотелось бы спробовать домашними какими-то засобами також доглядати за своей шкірою. Ну, там, так, не всі, наприклад, можуть собі купити одразу пакет усіх баночок, так? Конечно. Усіх нам бажаних таких. Але як можна, наприклад, в домашніх умовах, там, ну, я згадую ці рецепти від бабусі, шкірка огурчика там на обличчя. Можливо, ви знаєте якісь такі поради саме з народних варіантів, і ми їх розкажемо зараз глядачам. На самом деле, вы понимаете, тут тоже вы пытаетесь меня все время подловить, потому что мне что-то посоветовала, да, но опять же, обязательное предупреждение – это индивидуальная непереносимость разных компонентов, угу, да, то есть нет такого универсального рецепта, один и для всех. Конечно, мы можем использовать для того, чтобы не было там отечности или такого быстрого вау-эффекта. Все, наверное, знают про этот вариант с ледяной ложкой, да, положить mm-hmm. просто ложку в морозилку, достать, приложить с утра, и посредством, ну, достаточно низкой температуры у нас визуально проходит отек. Но опять же, это временный эффект. Mm-hmm. То же самое касаемо там, кубиков льда. Можно, опять же, эту зону проработать льдом, но, опять же, не в чистом виде. То есть это должно быть через салфетку, для того, чтобы не получить никакой ожог, да, mm-hmm. переохлаждение, чтобы этого всего не было. Контрастный душ – это замечательная штука, которая приведет кожу в тонус. Mm-hmm. Потому что я неоднократно уже замечала, что если вы любите такой более горячий душ, теплый, либо просто даже умываете зону лица с помощью теплой воды, вы даже проснуться не можете. Угу. Да, она вас еще больше расслабляет. Так. Вы хотите, ну, еще 5 минут. Да, я вроде бы уже собрался. Когда вы это делаете с помощью холодной воды, вы, во-первых, просыпаетесь, во-вторых, у вас сужаются поры, то есть ваше лицо, оно уже более готово к тому, чтобы вы наносили макияж. Угу. На расширенные поры, естественно, и макияж либо выглядит не очень эстетично, не очень красиво. Вот, поэтому обязательно, если вы уже умылись теплой водой, закончите это все холодной. Это mm-hmm. касается не только кожи, это касается вообще всего, чего угодно. Волосы то же самое. Моем голову теплой водой в конце, после там маски, бальзама, ополаскивателя, смойте это все холодной водой. Волосы вам тоже скажут большое спасибо. Так, знаєте, мені здається, не тільки волосся скаже нам дякую, а ми з глядачами скажемо вам дякуємо, тому що, ну, дійсно, корисні поради. І, знаєте, класно те, що ви надаєте ось оці всі універсальні поради для всіх, а все ж таки кажете, що має бути індивідуальний, конечно, підхід до кожного. А можна щось такий на завершення моментик, а саме це кажуть ромашка, ромашкою миватися, заварювати і запарювати. Це корисно чи ні, і як правильно? Конечно же, мы можем умываться отваром из ромашки, но это такой момент, что мы не увидим какого-то колоссального результата. Ага. Да, то есть мы не можем ждать от него, например, какого-то бешеного лифтинг-эффекта. Да, будем по правде говорить. Да, это будет неплохо для нашей кожи, потому что, в принципе, любой отвар из трав, он будет успокаивать кожу. То есть угу. у нас будут чуть-чуть утихать вот эти вот активные воспаления, активные шелушения, но не более того. То есть вылечить, например, акне, ну, никакими ромашками мы не сможем.
если так напрямую говорить. Ну що, бабуся, хочу тобі сказати, що бачиш, так порядки не всі-то працюють, а з нами сьогодні в ранковій студії була Марія Притулюк, і ми говорили саме про ваш догляд за вашим обличчям. Ну що, переглянули це відео? А тепер обов'язково треба підписатися, залишити свою вподобаєчку і, звісно, коментар. А я ще хочу нагадати, що вже завтра у нас відбудеться розіграш від продукції «Джелюс». Тому обов'язково переходьте в наші соціальні мережі Instagram та Facebook, виконуйте всі умови і вигравайте круті призи. We'll be right back.